Всем привет, друзья! В общем, у нас в Омске льет дождь. Это вообще... Я на улицу выходить не хочу. Я за окошко посмотрю чуть-чуть, как он идет. Ну, на улицу пока не пойду. Ну, в магазин мне надо идти, не знаю. Лежу и думаю, сходить, не сходить. Ой, как свежо-то! Красота! Он с крыши аж нальет все у соседей. Он, знаете, временами как начнет лить, потом раз, успокоится. Так, сейчас я буду замешивать тесто на вареники. В общем, мы порешали с детками, что приготовить. Все проголосовали за вареники. Сейчас я муку просею и заведу тесто. Я в тесто добавляю яйцо одно, соль, солю, так на глаз, и масло растительное. И водичка. И вымешиваю тесто. Вот такое тесто у меня получилось. Но оно еще должно отдохнуть. Сейчас минут 20 полежит. Нет, она полежит у меня минут 10. Я его опять подмешаю. Потом еще минут 10. И я только потом буду готовить вареники. Пока у меня картошечка. Сейчас почищу картошку и поставлю. Пускай отдыхает. Картошечку я уже сделала толченую. Сейчас мне еще осталось 5 минуточек. И все, и мы начнем лепить. Все, мои хорошие. У меня тесто подошло. Начинаем мы лепить варенички наши. По заказу сыночки. Все, кто захотел. Сейчас я покажу, какое тесто у меня. Отлежалось, подошло. Смотрите, какое оно мягенькое, хорошее. Так, начинаем мы лепить варенички. Помощники, где мои все помощники? Никого нету. Это главное тут. Вот они, туточки. Руки помыли все. Да. И все, приступаем мы лепить. Сейчас налепим быстро, вкусненько. Привет всем. Привет, помощничек. Ручки мой, сыночка. Я не здороваюсь. А зачем Наташке здороваться, да? Я каждый день вижу, что не здороваюсь. Наташа, я еще несколько раз могу поздороваться, понимаешь? Я как включаю привет, но ой, я же выздоровалась с утра. Ничего страшного. Лучше несколько раз, чем ни разу. А мне не стыдно. А? А мне не стыдно. Так что давай я нарежу, а ты давай. Садись, сыночка, туда к Наташе. Так, не садись ко мне, я тебя вообще. Ай-яй-яй. Не знаю, большие, не большие получше. Пялится в камеру. Ага, прикол в камеру пялится, да? Да, вам прям нравится. Ты там Никитке привет передай. Он тебя сегодня посмотрит. Ну, какого ты думаешь, какого ты знаешь? А, ну, знаю. Ну, вот у меня не один Никита, друг. Да? Да. Ну, понятно. А что ты спрятался сразу? Нет, я не спрятался. Катавочка, так я дочечку уберу, чтобы она мне не мешала. Дочка, где на разнос муку насыпь. Ложечки принесла? Да, ложечки, все есть у нас. Все, начинаем. Ну, вареники у нас будут крупненькие, чтобы нам не болтаться долго сидеть. Мы сразу большие налепили, съели, так съели, да? Не то, что эти магазины маленькие варенички. Ой, я еще про пельмени говорила. Ой, нет, про вареники. Про вареники? Так вот что, все. Давай муку стоит, да? Картошечку тебе сюда. Все, лепим. Степа уже вызывает. Да, Степку уже друзья вызывают. Все. Стрелка у них забита. В общем, быстрее. Ждите. Сейчас Степан полепит немного и пойдет. Так что напишите в комментариях, кто дома тоже вареники лепит. Просто интересно, много нас домашних или нет? Так что такие вот дела. Надо еще это. Я сегодня встала с утра, так хочу пиццу. Вот хочу пиццу и все. Ну, в общем, про голосование было у меня на вареники. Пиццу мы завтра будем лепить, наверное. Подумаем. Так что.
десиночка, попробуй вот, что сделать. Тесто бери. И ты же в тот раз у нас как налеплила. Ух ты! Помощник. Ой, тесто чуть не улетело. Аккуратненько. Аккуратненько. Так, давай я так вот на край стойсина. Так вот я его приму, чтобы удобнее было брать. Ты присядь. Что ты стоишь так боком? Так же неудобно. Ой. Так что что-то большие не сильно получаются. Вот. Ага. Купил, молодец. Так, что? Мне что-то жарко, у нас окна открыты. Тебе жарко? Душно, да, душно прям в доме. Ну, на улицу вышло, прям так похорошело, солнышко вышло, представьте. Сейчас, наверное, пойдем прогуляемся, значит, в магазинчик сходим. Нам там кое-что надо купить. Так что сбегаем мы с Наталькой. И нас еще в гости сегодня пригласили. А угадайте, кто? Стремя, как много вариантов, да. Как много вариантов. Сестреночка нас позвала. Они торт пекли вчера, представьте. Так что... Ты чудо. И, в общем, мы, наверное, пойдем сейчас эти вареники налепим. Если я поем, и мне будет еще настроение нормальное, то я пойду на торт. С Наталькой. Стёп, ты сядь, ты что ты стоишь так неудобно? Хочу пасту. Все, я накатала. Сейчас полепим, полепим. Наши варенички. Да. Толстенькие, вкусненькие. Домашние вообще очень вкусные. Сейчас я покажу, какой у меня получится. Вот он мой вареничек. Так что лепим быстро-быстро, сложено, все вместе. Помощников у меня много. Так что сейчас налепим, и я покажу, сколько у нас получилось. В общем, у нас уже один помощник отсеялся. Степашку вызвонили, он прибежал, умолял: мамочка, пожалуйста, можно я пойду гулять? Что это? Зарядка села? Колонка села? Не знаю, сделала на зарядку. Колонку надо поставить на зарядку. Много было зарядки, когда отключила? Не смотрела. Не смотрела? Так что мы с Натальей вдвоем лепим. И танцуем под музычку. Ну, колонку сейчас надо, сейчас я сбегаю, зарядку найду. Как это без колонки? Если мы сейчас в гости пойдем, через переезд нам колоночка обязательно нужна. Так, смотрите, вот мы один разносик налепили. Сейчас будем на столе раскладывать. Все. Все, я сейчас зарядку найду быстренько. Но только у меня лепит, старается. Все, вот сколько у нас вареничков. Молодцы, молодцы. Еще осталось чуть-чуть долепить, и все, и мы будем варить. Вот мы варенички налепили, столько у нас получилось. Вода уже закипает. Пойдем готовить и кушать, 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 жрать, жрать. Так, все, водичка у меня закипела, кастрюлька большая. И складываю их. Вай-вай-вай-вай-вай, вареники кипят, кипят, кипят. Почти готовенькие. Так, первая порция у меня сварилась. Я сцеживаю ее. И в чашечку. Сейчас масло растоплю. Так, вот, смотрите, наши варенички все. Вот так вот перемешиваем их. Они, вот смотрите, какие смачные. Все красивые. И очень-очень вкусные. Так что мы с Наталькой сейчас сядем кушать. У нас все готово. Мы сели кушать. Вареники вообще обалденные. Очень вкусные. Так что приятного аппетита мне и вам, кто кушает. А я сейчас нахомячусь. Так что мы уже на переезде. С Наташкой пошли на чай и на тортик. Вообще, на улице так неплохо. Ветерочек небольшой, но ветерок холодный. Но так нормально. О, Натулька. Натулька! Привет! О, еще чуть-чуть, и все, и мы на Московочке. Нас там уже ждут. Чай кипятят. Так что туда и обратно. Нам что тут стоит сбегать-то через переезд? Мы уже, кто нас часто смотрит, то увидите, как мы, насколько часто бегаем.
потому что ездить это не вариант. Пока на остановке туда-сюда очень долго. Главное, иду, короче, разговариваю, главное не упасть. Смотрю, камера. Если я кубарем полечу, то это вот так вот, представьте, вот туда вот, бубухнусь. Это вообще жесть. Ой! Нет. Вообще, ништяки. Наташка! Чуть не сбила Наташку. Так что надо отходить, когда я бегу. Дошли мы до водички. Вон какие волны, ветерок дует. Раздует. Это у нас забойничек называется. Так, ну я подойду, потрогаю, как водичка. Не, вода ледяная. Прям холодная-холодная. Дошли мы до сестренки. Тут вот, как обычно, у них потоп после дождя. Лёшка дома, машина стоит. Пух тополиный полетел. В общем, на улице еще тополиный пух полетел. Тополиный пух, жара, июнь. Июнь еще не начался, но пух полетел. Так что только увидела. У нас дома тополей рядом нету. Я не знаю, летит он или нет. Сейчас посмотрим, ждут нас или нет. И маленькие котятки у сестреночки. Смотрите, они кушают сейчас. Сколько им, Наташа, всего лишь? 12 дней. 12 дней. Вот моя сестреночка. Привет. Привет, привет. Привет, привет. Люлька. Лилька моя. Красоточка. Маленький. Ой, лапка, лапка у него вон, молочки убери. Лёшка, привет. Что, чайник поставил, да? Все, бегим, бегим, пить чай. А то нам сказали 5 минут и все туда-обратно. Мы сели за столик. Вот такой тортик домашний, ароматный. Светланка сама. Дочь, вон тоже кусочек. Сейчас кофе попьем. И домой побежим. Кофеечек горячий. Как раз вареников поели. Пробежались, прогулялись. И пошли на торт. А Ирка тебя на что-нибудь звала? Сегодня нет. Мы не созвонились, поболтали чуть. У Ольги хорошая подружка, Ира есть. Я себе тоже такой хочу. Вообще, нет, ни Ирку не отдам. Торт вообще. Светка, зачетный торт ты приготовила. Светланка, торт супер. Фу, нет. Собираемся мы домой. Я доченьку жду. Ту-ду. Ну вот, смотри, чуть-чуть вышли. Ок, ок, видела? Ок, ок. Ты не зайдешь. Смотри. Одноклассники. Как ты зайдешь? Не зайдешь, написать. Куда? Переписывать? Ну. Все, поняла. Значит, я могу скопировать, вот как я сделала. Сейчас я попробую дома. Прикинь. Да, побежали мы домой. Все, счастливенько. Всем спокойной ночи. Да, что-то мутновато. Все. Бежим, бежим, бежим. Вон моя Натулька. Стой, догоню. Сейчас всю дорогу буду бежать за ней. Нравится. Автоматы деревянные. Вообще нормально. Вон, смотрите, какой мотопёр несется. Вообще прикольно. Мы отошли с дороги, чтобы не сбил нас. Идем здесь на переезде. Запыханные вообще. Мы сейчас с Наташкой подтанцевали чуть-чуть. Под музычку, Наташенька. Ей. Глянь ко мне. Ей-ей. В общем, подплясали чуть-чуть. И пошли дальше. Если бы земля мокрая не была, мы бы еще и попрыгали, поскакали, позанимались. А земля мокрая. Дождь шел. Так что вон переезд у нас. Все, бежим мы. Смотри, Наташка, я кружусь. Голова кружится вообще. Поднялись мы на переезд. Уже смотрите, какой закат. Темнеет. Че мигает? Все, убегаем, зайчика, убегаем. Перебегаем мы домой. Еще чуть-чуть. И осталось. И мы добежали. Так, только аккуратно, Наташа. Я тут раз чуть не кубарем не улетела.